Саныч говорит. А сегодня я, Саныч, констатирую факт, что хорошо, что киевляне не проиграли в Венгрии, хотя и вели 2-0. Ференцварош Сергея Реброва очень старался дома отобрать очки у киевского «Динамо». Но после первого тайма оказалось, ничего у чемпиона Венгрии не выйдет. Киевляне, освоившись с полем Групама Арены и Будапешти, повели свою привычную ВПЛ игру. И уже в первом тайме Виктор Цыганков с пенальти и Карлос Депена довели преимущество украинского чемпиона до вполне комфортного 2-0. Оставалось только не накосячить после перерыва. Когда Нген сократил счет, украинцы продолжали уверенно контролировать игру, но с одним огромным «но». Ничего не получалось в атаке. Ничего, что могло в любой момент выйти боком. Удаление Сидорчука за две желтые карточки усугубило ситуацию. И гол вышедшего на замену Боли после классно разыгранного штрафного был как приговор, который вполне мог обернуться поражением. Спас динамовский голкипер Бойко, на последних мгновениях поединка справившись с опаснейшим ударом украинского легионера Ференцвароша Зубкова 2-2. Ребров продолжает собирать очки из середняков еврофутбола, а киевляне так хорошо, что не проиграли. С вами был Саныч, до новых встреч!